Всем привет! Приветствую на своем канале Игра Евротрак Симулятор. Два версии игры 1.44. Обзор модового грузовика Mercedes-Benz 1632. Вот такой вот грузовичок. Ребята, у нас на обзоре сегодня старенький Мерс. Ну, давайте его посмотрим. По кабинам. Одна кабина стандарт. Шасси 4 на 2. Это БДФ. 4 на 2. Тоже БДФ. 4 на 2. 4 на 2. Тандем. Тандем. 6 на 4. 6 на 4. Тандем. Тандем. Давайте возьмем тандемчик 4 на 2 и посмотрим по двигателям. Очень много двигателей. 200 лошадей, 240, 250, 320, 335, 235, 280. Давайте ОМ мерседесовский. Так. 335 лошадей мы поставим по коробочкам. Также много коробок. 8 плюс 1, 5 передач, 5, 6. Давайте 12 передач плюс ретардер. Так, салончик. Интерьер салон. Один такой салон. Ладно, рация есть. Кошки сзади, все видно. Так, по покрасочкам. Так, и вон я ставим цвет. По тюнингу. Тюнинг. Так, это маячки. Лайтбар. Козырек. Стеклопластик, хром, краска, ставим краску. Так. Бампер, хром, пластик, краска. Таким гурятник. Так, по колесам. Ставим. Так. Mercedes. Крыло, передний пластик, краска. Также в мод ходит там прицепы. Вот эти прицепы сейчас посмотрим все. Давайте тюнинг по салону. Навигатор. Горячие предметы. Козырек у нас есть на лобовом стекле. Стандартная табличка. Подушечку можно положить. Одеяло. Вот, все вроде вот такой вот мод, ребят. Давайте его покупаем. Так. Сейчас посмотрим прицепчики. Вот. Вот для этого Мерседеса прицепы. Тем, давайте вот это возьмем. Тандемчик. Смотрим.
понапихаем тут что-нибудь. Какой рецептчик, уже его покупаем. Так, и у нас этот Мерседес старый, грузовиков так запутаешься. За руль. Так, нам прицеп надо прицепить. Так, прицепы. Их опять. Появится в вашем гараже. Выбрано прицеп вас в Цюрихе. Спасибо. Путь. Ну вот. Наш, ребята, Мерседесик. Такой вот. Давайте его заведем. Весь день свет работает, дальний не вижу, так аварийка работает, задний ход, так, задний ход работает, так, что у нас в кабине там, о, ручник, анимация есть какой-то. Так, лево окошко анимации открывается, правое тоже, так, дворники, раз, два, три положения, ключик не анимирован. Так, на ковреечка. Это есть. Ну да, вот такой вот мод. Так, приборы работают вроде. Поехали. Прицепим прицеп наш. Так, а прицеп-то... Так, а мы где находимся? Нифига нам до Цюриха, вы чё? Чё? Быстрое перемещение. Вот. Подцепили мы тандемчик уже свой. Поехали-ка прокатимся.
Сейчас попробуем груз взять на него. Фиг знает. Есть упаковочная пленка. Сейчас загрузимся. Вот, ребята, взяли мы груз на этом стареньком Мерседесе. Сейчас прокатимся маленечко.
он орёт, они едят нахуй. Да, ребята, вот такой Мерседес старый. Орёт, а не едет. Может, или коробку надо другую поставить? Ну, в принципе, не знаю как. Смотрите по вашему настроению. Всем спасибо за просмотр. Мне еще до дальнейших видео. Всем пока-пока, удачи.